Оставили? Не сдаетесь? Да? Вы откуда будете? Из Питера. А вы? Ленин, Ленинградская область. Откуда Ленинградская область? Ломоносовский район. Поселок Ропша. Ропша? Чем знаменита Ропша? Там находится дворец, усадьба Петра I, где задушили подушкой Петра III, усадьба Екатерины II в последующем. И танк КВ-1. Что танк? На монументе находится танк КВ-1. А что за танк-то КВ-1? Так называется КВ-1. А почему он на постаменте? Потому что он первый, кто прорвал кольцо вокруг Ропша. Сформулируйте теперь это по-русски. Если бы я еще хорошо учил историю в свое время. И знал бы русский язык. Просто эти танки участвовали в прорыве, да? А не совершили прорыв, да? Ну, хорошо, мы заговорили о русском языке. На какой факультет? Менеджмент. А вы? Фотоника, информатика. Вы хоть поняли, что вы сами сказали? Факультет. Я понял. Может быть, в этом и есть студенчество. Коль мы все-таки заговорили на русском языке, скажите, а сколько букв в русском алфавите? 33 буквы. Уверены? Да. Точно? Да. А вы как думаете? 33. Уверены? Да. Уверены? Да. Точно? Да. Странно. А меня всегда учили, что в русском языке не так. Оказывается, есть еще не только буквы, но и знаки. Итого 31 буква и 2 знака. А какие знаки? Твердый знак, нет. А и краткая куда относится? К буквам. Она относится к буквам, так как имеет твердость. Я первый раз слышу, чтобы краткая имела твердость. Ну ладно, хорошо. Молодчик, можно вас пригласить еще сюда? Да. Идите смелее. Давайте возьмем с этого ряда. Молодчик, можно вас тоже пригласить? Там с той стороны тоже есть лесенка. Ну, давайте кому-нибудь с Камчатки. Куда? Девочку? Ну, давайте девушку. С Камчатки девушку. Ну, идите уже, идите. Вы одна поднимаете руку, я не знаю, вас это получится или нет. Что, девушку? Девушку из Железногорска? Да. Попрошу выйти девушку из Зеленогорска. Из Зеленогорска? Железногорска. Яна. Яна, по-моему, тут решается ваша судьба. Вам хотят, по-моему, что-то сказать. Скажите, а вы Яну давно знаете? Нет, один день. А родители ее уже знают, что вы ее знаете? Да, я знаком с ее отцом. Если я первый вышел, то, наверное, я успел познакомиться. Наш последний здесь.